Петропавловске приступили к установке резервной насосной станции на озере Пестром. Она сможет обеспечивать подачу воды горожанам, если в водоеме снизится уровень живительной влаги. Пострадавших из эвакопунктов начали расселять в общежитие. Подробности в этом информационном выпуске. Никаких начислений за электроэнергию. В Туосе в Касэнергосбыт пошли навстречу пострадавшим от паводка. В Петропавловске приступили к установке плавучей насосной станции на понтоне на озере Пестром. Ход работы проинспектировали первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр и глава региона ГАОС Нурмухамбетов. Это позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение областного центра в случае снижения уровня воды на озере. Также на лодке совместно с первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром осмотрели село Тепличное и поселок Заречный. В Петропавловске на реке Иси идет постепенное снижение уровня воды. Ситуацию отслеживаем. Паводковая обстановка в Североказахстанской области остается стабильно тяжелой. Подтопленными остаются 3200 домов. В эвакуационных пунктах размещено 850 человек. Сергеевское водохранилище заполнено на 160%. Перелив через гребень у нас на сегодняшний день составляет 3 метра 16 сантиметров. Изменения за сутки по данным Казгидромет составили 41 сантиметр. Мы наблюдаем подъемы уровня воды. Это на границе с Акмолинской областью. Это у нас в районе имени Габита Мусрепова, где у нас на посту, на гидропосту села Токсамби по реке Исиль подъем у нас составил 71 сантиметр за сутки. Было сначала паводка 69 переливов, на сегодняшний день у нас остается 10 действующих переливов, где ограничено движение автотранспорта. 18 апреля регион покинули военнослужащие из Алматы. 19 апреля состоятся проводы солдат из области Абай. Какие социальные и сельскохозяйственные объекты пострадали из-за большой воды, в профильном департаменте рассказать пока не могут. Информация ежедневно обновляется, работает специальная комиссия. Санитарные врачи города продолжают контролировать качество питьевой воды, которая подается жителям Петропавловска. Постановлением главного госсанврача от 16 апреля введено гиперхлорирование воды. В рамках проведения санэпидэкспертизы, санитарно-клинического мониторинга, управлением 12 апреля отобрано из централизованного источника водоснабжения 139 проб воды. Из них 83 пробы отрицательные. Выявлено 11 положительных проб. Из них 11 не соответствует по санитарно-химическим показателям, это мутности и свободного хлора. Положительные пробы по микробиологическим показателям водопроводной воды не выявлено. Приход большой воды внес коррективы в работу объектов образования области. В регионе функционируют 460 дошкольных организаций. Их посещают более 17 тысяч воспитанников. Все они функционируют в штатном режиме, за исключением мини-центра при 12-й школе, которая оказалась в зоне подтопления. В 458 школах области, в которых учатся свыше 75 тысяч человек, с начала паводка переходили на разный формат обучения. В соответствии с решением акимов Таиншинского, Есельского, Кызылжарского районов и города Петропавловска, на данных территориях был объявлен режим ЧС, и в связи с этим школы в этих районах в разный период времени обучались дистанционно. По мере снижения риска ЧС школы переходили в штатное обучение. И на сегодняшний день дистанционно продолжают обучаться более 33 тысяч школьников из 53 школ, из которых 41 – это школы города. В Кызылжарском районе на сегодняшний день это 12 школ, 3475 учеников. И две школы – Вагулинская и Красноярская – перешли на смешанный формат обучения. Почему? Потому что в этих школах находится 24 ребенка на подвозе. И в связи с тем, что дороги еще не просохли и нет возможности их подвезти, эти дети находятся на дистанционном обучении. А 122 ребенка вернулись в школу. В трех школах Кызылжарского, Таиншинского и Тимирязевского районов дети тоже учатся в смешанном формате. 373 ребенка в штатном, 35 перевели на дистанционку. Возить их в школу временно не представляется возможным. Из-за потопления микрорайонов Подгоры, Заречного и Кожзавода было эвакуировано население и школьники школ номер
12, 13 и 14. В целом это 911 учеников. На сегодняшний день эти дети у нас размещены, значит, 13 человек в эвакопунктах. Большая часть у нас проживает у родственников, и 62 ребенка наших ученика этих школ проживают вместе с родителями на съемных квартирах. Конечно, каждый ученик находится на связи с классными руководителями. Отработана работа дистанционного формата с такими учащимися. Остальные школы переведены на дистанционный формат из-за сложившейся ситуации с водой. С 15 апреля в учебных заведениях области стартовали Соры и Сочи. Решением управления образования их отменили в 4 школах Кызылжарского района, а также в 3 городских. Эти объекты образования находятся в зоне подтопления. Дарья Башманцева, Александр Янсен, МТРК. По поручению главы региона для проживания эвакуированных граждан выделили общежитие одного из городских колледжей. Ранее эвакуационные пункты располагались на территории 7 школ города. Проживали там 195 человек. Со вчерашнего дня жители подтопленных районов начали заселять в общежитие. Управление образования вчера оперативно развернуло все места для приема жителей. Были оборудованы все комнаты, это и новые кровати, это и новые постельные все принадлежности, это и шкафы. Также каждая комната оснащена душевыми кабинками, туалетными комнатами и кухонной зоной. Бесплатно они будут проживать, и вся помощь, которая в том объеме, которая нужна для проживания, будет оказана. Здесь также будет организовано не только медицинское обслуживание, но и досуг. Например, библиотека наша тоже готова привезти книги для разного возраста, чтобы они могли скрасить свое проживание здесь. Галина Соловьева проживала в районе Подгоры вместе с мужем и 13-летней правнучкой. Заселились в новое общежитие в четверг вечером. Раньше они размещались в эвакопункте школы-лицея «Лорд». По словам женщины, условия в обоих местах хорошие. Семья всем довольна. Они периодически получают гуманитарную помощь от неравнодушных людей. Хорошо, здесь все красиво, все новое. Общежитие для студентов предназначалось. Живем хорошо, дом утоплен по самую крышу. Ой, когда он высохнет, неизвестно, когда вода уйдет. Здесь круглосуточно дежурят полицейские, скорая помощь и волонтеры. Разместили уже 100 семей. Рассчитано общежитие на 244 человека. Люди, которые временно остановились у родственников, тоже могут заселиться в новый эвакопункт. Проживать примерно будут до сентября. Валерия Сиваш, Ильяс Иманов, МТРК. На территории стадиона «Карасай» гуманитарную помощь получают жители микрорайона Подгора. Расфасовывают и раздают пакеты активисты партии «Аманат», волонтеры и сами пострадавшие. Беда не обошла стороной семью Натальи Хан, но женщина не отчаивается. Вместе с другими горожанами помогает распределять помощь. Мы видим, что помощь гуманитарная приходит, что ее стараются расфасовывать, но рук не хватает. Поэтому мы в своей группе самоорганизовались и вышли на штаб нашей области, да, по борьбе с паводком, с предложением, чтобы нам выделили склад и отгружали количество продуктов, которое необходимо на данное количество людей, централизованно, а мы уже здесь собственными силами и будем расфасовывать и раздавать. То есть тем самым мы организовали народный контроль между собой. Петропавловск, родной город вице-министра туризма и спорта Республики Казахстан Серика Жаразбаева. При первой же возможности он выехал в регион, чтобы поддержать своих земляков. Министерство туризма и спорта не остается в стороне, тоже подключилось со всей своей спортивной общественностью. Занимаемся противопаводковыми мероприятиями, в том числе и распределением гуманитарного груза. Сегодня здесь, непосредственно вот на этом пункте, у нас принимают участие руководители всех подведомственных организаций, это порядка 30 человек. Пострадавшие получают гуманитарную помощь в виде продуктов питания, гигиенических принадлежностей и бытовой химии. Этого продовольствия хватит семье на несколько дней. Не бросили в этой беде. Спасибо, еще раз спасибо и спасибо. Заявление подали, но не знаю, как, в чем жить будем, не знаю. А сейчас где проживаете? Сейчас у двоюродного брата, с ним, с двоюродным братом вместе, взял нас. Сегодня гуманитарную помощь на стадионе получили 300 жителей Подгоры. Далее, по словам волонтеров, охватят людей из других пострадавших микрорайонов. Александра Рудина, Шерния Саманов, МТРК.
В Северо-Казахстанской области продолжается работа общественного штаба. На брифинге службы центральных коммуникаций о нем рассказала Айгуль Муратова. По ее словам, сотрудники штаба ежедневно проводят разъяснительную работу в пунктах эвакуации. Сотрудники штаба ежедневно на местах помогают всем пострадавшим в сборе пакета документов для получения компенсации. Достигнута договоренность с банками второго уровня об открытии счетов на местах без выезда в банк с предоставлением реквизитов для дальнейшего обращения их в центры занятости. Члены общественного штаба также координируют работу пунктов выдачи гуманитарной помощи. Организована работа по формированию заявок, свода, сортировки. Организована доставка помощи, необходимой в места дислокации всех эвакуированных. В настоящее время провели более 90 встреч. Консультации получили более 5500 человек. Общественные штабы продолжают свою работу в данном направлении, резюмировала специалист. Диана Салихова, МТРК. В Петропавловске работают 12 эвакуационных пунктов. Пострадавших от паводков людей ежедневно обеспечивают всем необходимым – продуктами, водой и средствами первой необходимости. Депутаты городского маслихата оказывают активную поддержку эвакуированным. Мы ежедневно встречаемся с пострадавшими в эвакопунктах, записываем все их вопросы, пожелания. Вот буквально вчера поступило... поступило обращение, чтобы организовать прием документов на выплату единовременного пособия и на компенсацию ущерба, организовать именно на местах в эвакопунктах. Есть люди, которым нужно помочь с восстановлением документов. ЦОН оперативно документы все это восстанавливает. Есть также были вопросы по восстановлению документов на дом, потому что некоторые люди действительно не успели вынести из своих домов правоустанавливающие документы. Все эти справки оперативно, буквально в течение нескольких часов отрабатываются. Теперь подать заявку на единовременную выплату можно сразу в эвакопункте. Для этого потребуется удостоверение личности, документ на недвижимость и расчетный счет для перечисления средств. На территории каждого из пунктов работают специалисты из общественного штаба. Самая большая проблема у людей – это подтвердить право собственности на их недвижимость. Есть разные ситуации. У кого-то не в порядке документы, у кого-то не в порядке личные документы. Бывает, что у людей разные буквы в документах, то есть в документах на недвижимость и в паспорте, удостоверении различаются фамилии. Ну, бывают разные ситуации, необходимо каждый раз в каждой ситуации разъяснять, как человеку поступить. На сегодня заявки на социальные единовременные выплаты оформили 1384 человека. На возмещение ущерба 1476. Валерия Сиваш, Ильяс Иманов, МТРК. В селе Семипалатное Кызылжарского района от наводнения пострадали 12 семей. Большая вода сюда пришла 11 апреля. Спустя неделю люди начали возвращаться в свои дома. Дом Владимира Маслака построен в 1959 году. Проживает он здесь вместе с супругой. Вода продержалась у них 2 дня. Сейчас все еще остается в погребе. Переезжать никуда не хотят. Ждут компенсацию за ущерб и будут восстанавливать жилье. Приходили... описывали, что попало под затопление. Воды где-то по сантиметров 30-40 было в доме. В 2017 году был разлив тоже большой. Он подходил у соседу сзади к огородам. Сюда подошел, сюда вода не заходила. Даже в ямку не зашла вода. Основной удар стихии принял на себя дом Дмитрия Файзылова. Его жилье не подлежит восстановлению. Крыша деревянная, стены саманные. Все развалилось от воды. Я жена и сын маленький. Еще годика нету. 6-7 лет живем здесь. И вот что случилось. Будем надеяться на государство. Утром все пришлось рано. Успели эвакуироваться и все. А дальше уже все как непонятно уже, как говорится, было. Успели и так себе вещи забрать. Вода пришла очень быстро, ближе к полуночи, рассказывает Дмитрий Исаков. Мужчина успел лишь перевести супругу и 2 несовершеннолетних детей. Жалко нажитое, говорит Дмитрий. В течение последних 2 лет старался ремонт делать, все обновлял. И вот до последнего дня затопило. Все на смарку. Думали, что не достанет, а за ночь пока ходили, смотрели, и все, вот она к домам подошла.
Ущерб, который понесли сельчане, в районном акимате пообещали возместить. На месте работает оценочная комиссия. Жители Семипалатного уже получили единовременную выплату. Семипалатный – первый поселок, который находится с территории Исильского района. Первую воду в нашем районе принял наш поселок Семипалатный. Так как вода шла очень быстро, мы еще организовали, после эвакуации организовали соседние улицы. Всего эвакуировали 46 человек. Но на этой улице у нас проживает 32 человека. Студентам дали команду, чтобы они в поселок как бы к нам не приезжали. Тяжело больных у нас здесь нет. Инвалид есть третьей группы, но они самостоятельно двигались. Эвакуацию провели вовремя. С начала паводков в Кызылжарском районе подтопило 1000 домов. На данный момент в воде остаются 16 сел. Также мы знаем, что по Кызылжарскому району в зоне подтопления ушли целые населенные пункты. У нас Тепличные, частично Прибрежные, а также Вишневка, часть Ольшанки. В целом по Кызылжарскому району порядка 1000 населенных пунктов у нас домов, населенных пунктов было затоплено. Касательно оказания помощи всем жителям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, местными нашими нами властями оказывается необходимая помощь. В борьбе с паводком помогают не только соответствующие службы, но и неравнодушные граждане. Камила Карим, Александр Янсен, МТРК. Во время патрулирования подтопленного поселка Кожевины полицейские заметили подозрительного человека на велосипеде. Документов у него при себе не оказалось, он пояснил, что ехал в город за продуктами. Мужчину переправили на лодке через зону затопления в районе Подгоры и доставили в городское управление полиции для установления личности. Оказалось, что 42-летний житель одного из сел Кызылжарского района – любитель велосипедных прогулок. В зоне эвакуации появился по невнимательности, преступного умысла не имел. С ним провели профилактическую беседу о недопустимости появления в районе подтопления. Полиции напоминают, заходите заплатить в зону эвакуации можно только с разрешения штаба ЧС и в сопровождении представителей власти. Такие меры необходимы для предотвращения краж чужого имущества. Сотрудники полиции круглосуточно ведут патрулирование эвакуированных участков. Сейчас, чтобы это было сразу же оперативно, мы вас консультируем, как правильно сейчас и как поступать с этими документами. Да? Активную работу в период паводка ведут мобильные группы общественной приемной областного филиала партии «Аманат». На данный момент сформировано 6 мобильных групп. В их состав вошли сотрудники ЦОНа, банков, системы социальной защиты и бюро технической инвентаризации. Всего за эту неделю у нас принято уже более 1000 человек. Это жители районов Габита, Мусрепова, Кызылжарского района и подтопленных районов города Петропавловска. Такие мобильные группы, они сейчас просто необходимы, потому что люди находятся в стрессовой ситуации, они растеряны, многим сложно заниматься документами. Мы вот в этом оказываем помощь. Благодарят люди. Были такие случаи, когда сначала человек посадится, у него прям паника. Я ничего не умею, ничего не знаю, у меня ничего нету. Начинаем его успокаивать, пожалуйста, мы рядом, мы вам поможем. Потом обнимают и уходят. Такие трогательные моменты бывают у нас. С понедельника по пятницу сотрудники ЦОНа в составе мобильной группы обслужили более 50 пострадавших. Чаще всего граждане обращаются по вопросам недвижимости и восстановления документов. Пострадавшие могут взять справки о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и получить консультацию по поводу восстановления документов, удостоверений личности, паспортов, пенсионных удостоверений. Также проконсультироваться по проблемным вопросам по недвижимости, то есть как восстановить документы, техпаспорт. В центрах обслуживания населения у нас сотрудники работают в штатном режиме. На сегодняшний момент, на сегодняшнее время, с понедельника по пятницу мы приняли 5000 человек, которые у всех возникают вопросы по восстановлению дубликатов на недвижимость и удостоверение личности, справки о зарегистрированных правах. Мобильные группы общественной приемной начали свою работу 5 апреля, на следующий день после объявления режима чрезвычайной ситуации. Сейчас особым вниманием охвачены все городские и районные эвакопункты. Валерия Филатова, Шерния Сыманов, МТРК. Постановление об окончании отопительного сезона подписал аким города Серик Мухамедиев. Отключать тепло в домах и социальных объектах начнут с 22 апреля. 100% подача тепла прекратится через 10 дней. В первую очередь центральное отопление отключат в многоквартирных домах. Следом приступят к детским садам, образовательным организациям и медицинским учреждениям. Завершают отопительный сезон в связи с благоприятной погодой в городе. В среднем температура воздуха в течение 3 дней не должна быть ниже плюс 10 градусов. ТО «Севказэнергосбыт» приняло решение не производить начисления за электрическую и тепловую энергию для потребителей, чьи дома оказались в зоне подтопления.
К ним также не будут применяться штрафные санкции и начисление пени до официального разрешения жилищного вопроса. Потребителям будет предоставлена возможность оплаты задолженности за предыдущие периоды в рассрочку. Для этого необходимо обратиться с удостоверением личности по адресу улица Магжана Жумабаева, 66. Если потребитель проживает в пострадавших районах области, можно обратиться в районные участки сбыта энергии. Расчеты производятся в автоматическом режиме, в связи с чем существует вероятность некорректных начислений. При обращении потребителя расчеты будут проверены и приведены в соответствие. Информация о перерасчетах будет отражена в платежном документе за последующий период.